это грузовичок Тони. Сегодня он весь загружен. А что это у него в прицепе? Это он везет землю для клумб, чтобы выращивать цветы. Я знаю, ты их очень любишь. Смотри. Как красиво! Давай посмотрим, кто в кабине. Давай. Я знаю, это зебра. Да, это зебра. Она любит ездить вместе с Тони. Смотри, они уезжают. Но за ними едет машина-мусоровоз. А за рулем сидит... Козленок! А что ты знаешь о мусоровозах? Я знаю стишок! Если слышно шум колес, во дворе мусоровоз. Соберет он разный хлам, чтобы чисто было нам. Ух, какой красивый стишок! Смотри, здесь много разного мусора. Давай соберем вместе. Давай, чтобы чисто было вокруг. У мусоровоза есть два контейнера для мусора. Первый – это маленький боковой контейнер. Какого он цвета? Желтого цвета! Верно, желтого цвета. У него мы соберем весь мусор. Теперь здесь будет чисто! Ой, смотри, кто-то выбросил мусор еще. Опять будет здесь грязно. Так некрасиво делать. Но давай соберем и этот. А что это сзади мусоровоза? Такое большое и синее. А это второй контейнер для мусора. Он закрепляется специальными рельсами и может переворачиваться, чтобы выгрузить мусор в кузов машины. Смотри. Теперь ясно, как он работает. Давай изучать следующую машинку. Давай, это у нас бетономешалка. Смотри, у нее есть кабина, а в кабине сидит ослик. А что это все время крутится такое? Это кузов бетономешалки. У всех бетономешалок кузов состоит из барабана грушевидной формы. Там есть бетон, который очень быстро сохнет. Поэтому нужно, чтобы кузов все время вращался. Но сегодня бетономешалка привезла тебе сюрприз. Сюрприз? Я люблю сюрпризы! А какой? Какой сюрприз? Смотри! Ура! Это шарики! Какие они красивые и разноцветные! Их так много! Следующий, кто везет тебе подарок, это автокран с лошадкой. Еще один подарок! Ты помнишь, из чего состоит автокран? Нет, расскажи мне. Это кабина. На кабине есть мигалка. Это гусеничные колеса. Они могут проехать по любой грязи. По любой грязи? Вот это да! А это стрела, которая может поднимать груз высоко-высоко. А также опускать его на землю. Ух ты! Смотри, сколько интересного тебе привез автокран. Это же курочка! Мячик, можно с ним поиграть. А вот это
мышка, она кушает сыр. Ну а теперь ему пора ехать. А это экскаватор. Экскаватор тем хорош, у него огромный ковш. Он усталости не знает, целый день себе копает. Молодец, Сумняша. А может, ты знаешь, из чего он состоит? Чего ж нет, могу рассказать. Это кабина, в ней сидит слоник. Это ковш. И колеса. А еще есть фонарь и мигалка. Откуда ты все это знаешь? А я познакомилась с ним, когда он копал нам яму для песочницы. И он мне все рассказал. Спасибо тебе, Умняша, теперь и я все знаю. Давай все вместе с нашими ребятами повторим машинки, которые сегодня видели. Это грузовичок Тони. Да, это же Тони! Он сегодня нам привозил землю для клумб, чтобы выращивать цветы. Дальше. А кто дальше? Дальше мусоровоз. Он помогает нам убирать, чтобы вокруг было чисто. Так, потом. Помнишь машинку, которая привезла тебе сюрприз? Бетономешалка. Она привезла много-много разноцветных шариков. Правильно. Дальше машина, которая незаменима в стройке. Это автокран? Да, автокран. И последняя машинка у нас... Экскаватор! Молодец, ты справилась. Так держать. Буду стараться. Было ясное солнечное утро. На небе спокойно проплывали облака и сияло солнышко. А грузовичок Тони уже выехал, чтобы начать работу. У него было очень важное задание. Нужно было построить и украсить дорогу в новый город. Он подъехал к экскаватору. Доброе утро, экскаватор! Давай начинать работу. Доброе утро! Ответил экскаватор. Я уже жду тебя. Сейчас я буду нагружать твой кузов землей, и ты поедешь засыпать ямы. Один ковш. Второй ковш. Третий ковш. Готово. Можешь ехать. Засигналил экскаватор. Высыпал землю, сложил кузов и посмотрел, что нужно еще много-много земли. И поехал назад к экскаватору. Нужна еще земля. Тогда давай еще грузить. И экскаватор нагрузил еще 3 ковша. Можно ехать.
прожужжал экскаватор, и Тони двинулся с места. Когда он подъехал, чтобы нагрузить землю, на площадке уже стоял бульдозер. Привет! Как хорошо, что ты здесь. Тут нужно все разровнять. Хорошо! Это я умею делать! Сказал бульдозер. И принялся за работу. А грузовичок Тони тем временем ездил к экскаватору и загружался землей. Но вдруг небо затянулось тучами и начал лить дождь. Я подожду, пока дождь закончится, и потом все разровняю. А ты можешь пока поехать на строительную площадку и помочь автокрану? Я поехал. Радостно сказал Тони и направился на строительную площадку. Тони приехал на строительную площадку. Здесь его уже ждал автокран. Привет, Тони! Очень нужна твоя помощь! Нужно все эти грузы доставить подъемному крану! Я готов помогать! Сказал Тони и радостно посветил фарами. Автокран принялся за погрузку. Загруженный Тони подъехал к подъемному крану. Привет, помощник! Что ты мне привез? Это только первый груз, но с удовольствием доставлю все грузы, сказал Тони, и подъемный кран начал разгрузку. Thank you.
Это второй груз. Принимай. И Тони направился к автокрану забрать последний груз. Автокран погрузил бревна и говорит: «Ты молодец, Тони! Быстро справился! Спасибо тебе!» А это третий груз. Спасибо, Тони! Ты нам очень помог! И вот все грузы были доставлены, и грузовичок Тони вернулся к бульдозеру. Тот как раз заканчивал работу. О, Тони, я уже заканчиваю. Можешь звать асфальтовый каток. Как хорошо, как много работы мы сегодня сделали. И Тони отправился к асфальтовому катку. Здравствуй, каток. Поехали укладывать асфальт. Поехали. И они начали работу. Время шло быстро, но этого никто не замечал. И тут небо затянулось тучами, включились фонари, и Тони вспомнил, что он обещал вылочным погрузчикам помочь привезти цветы и шкафчики. Я поеду к вылочным погрузчикам. А я пока закончу здесь.